Итак, ребята, сегодня в Брукхейвен я пришла для того, чтобы стать кэтнэпом. Кто не в курсе, это новый тренд от Poppy Playtime. Ну, вы, наверное, помните этот тренд на хаги-ваги, кисси-мисси или там еще какую-то фигню. Поэтому, ребята, сейчас тренд это Dog Day и кэтнэп. Я решила стать кэтнэпом. Не знаю, может, потому что у меня шапка кошечки, но на самом деле это вообще к этому не относится. Поэтому давайте мы сейчас станем кэтнэпом. Давайте сейчас будем грабить все дома в Брукхейвен. Самое время облысеть и стать кэтнэпом. Ребята, заходим прямо вот так вот сюда, в головы, и давайте тогда будем писать в шляпах кэтнэп. После того, как мы написали, у нас появляется куча голов этого самого кэтнэпа. Я сейчас выберу какую-нибудь самую прикольную. Вот это, кстати, очень неплохая, ребята. Давайте теперь выберем какую-то одежду, и нам для этого понадобится, наверное, зайти сюда, также вбить кэтнэп, но у нас ничего он не находит. Вот, блин. Давайте, наверное, попробуем найти что-то здесь. Ребята, теперь давайте посмотрим, когда я ввела в рюкзаках кэтнэп, тут этот кэтнэп, блин, он просто ужасно выглядит. Офигеть, ребята, напишите сейчас в комментариях, знаете ли вы уже про этот тренд. Если вы не знаете, прямо сейчас вы обязаны об этом узнать. И нравится ли он вам? Потому что я помню, что Хаги-Ваги был просто безумно популярен, и мне кажется, что вот этот кэтнэп набирает обороты. Давайте я, наверное, вот такого возьму. Мне кажется, это будет супер прикольно. Мы обязательно должны стать фиолетового цвета, ребята. Как вы видите, я уже собираю аудиторию потихонечку. Итак, берем вот эту штуку. И теперь, наверное, нужно взять какой-то фиолетовый костюм. Давайте, наверное, просто напишем purple и сделаемся полностью фиолетовыми. После того, как мы написали purple, нам, короче, выдает несколько разных вариаций. Я, если честно, даже не знаю, что выбрать. Тут с белыми штанами есть. Мне нужны просто какие-то фиолетовые штаны, желательно темного цвета. Точно такая же майка какая-нибудь. Давайте, смотрите, вот эти фиолетовые штаны очень даже неплохо. А вот это что за рубашка такая прикольная? Кстати, неплохо, но я, наверное, выберу вот эти фиолетовые штаны. И в топиках тоже сейчас напишем purple. После того, как написали purple, нам желательно выбрать что-то супер темное, чтобы это не выделялось, и мы более-менее были похожи на кэтнэпа. Блин, у этого белые рукава. Да почему так неудобно, ребята? Почему стать кэтнэпом так тяжело? Я не понимаю. Может, вот это нам подойдет? Посмотрите, нам это просто идеально подошло, ребята. Мне кажется, из меня получился отличный кэтнэп с кэтнэпом, я не знаю, вот здесь в руке. У него должен еще быть такой кулончик полумесяца, ребята. Мне этот кулончик найти вообще. Ну, давайте, наверное, попробуем что-то найти на шее. Я, наверное, попробую тоже сейчас написать кэтнэп. Итак, ребята, кэтнэп не прошло, но зато прошло half moon, и мне кажется, вот эта штука просто идеально подходит для того, чтобы быть кэтнэпом. Я даже не знаю, ребята. Мы сейчас, наверное, будем грабить здесь все дома. Я не знаю вообще, ребята, кто уже играл в Poppy Playtime и кто знает вообще, какой это персонаж. Чисто по внешнему виду он не очень хороший. Вообще, на самом деле, мне он нравится намного больше, чем Хаги-Ваги. Но вы можете написать в комментариях свое мнение, кто вам нравится больше. Хаги-Ваги, Кисси-Мисси или Кэтнэп и Dog Day. Кстати, ребята, если хотите, чтобы я сняла видео, где я стала Dog Day, то обязательно напишите об этом тоже в комментариях. И тогда сниму второй ролик о том, как стала Dog Day. Что могу сказать? Мне кажется, просто идеально для того... Давай, блин, я не знаю, ребят, я хочу удалить этого кота, который вот у меня на спине, потому что он мне мешает. Я и так стала отличным кэтнэпом. Давайте сейчас мы возьмем спальный мешок и бомбу обязательно для того, чтобы грабить дома в роли кэтнэпа, ребята. Мы взяли спальный мешок, взяли бомбу, теперь... О, офигеть! Спальный мешок прямо под цвет кэтнэпа, прям такой фиолетовенький, идеально получилось. Забираемся на второй этаж, проходим вот сюда, здесь никого нет, нам очень повезло. Давайте-ка быстренько сейчас ограбим этого человека. Где кнопка? Вот она, вот она. Все, ребята, воруем деньги и убегаем. Отлично! Мы справились с задачей. Быстренько выбегаем отсюда. Я, наверное, знаете, как сделаю? Я, наверное, просто телепортируюсь вот сюда и здесь заберусь в следующий дом Спайдермена. Офигеть! Ну, это, ребята, просто кэтнэп грабит Спайдермена. Это просто какой-то новый уровень. Ой, 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 ребята, у меня тут Спайдермен обнаружен был. Блин, очень-очень плохо. Вот черт, я не могу пробраться. Спайдермен Брукхейвен. Короче, ребята, Спайдермен направил на меня пушку. Нифига себе, блин, ребята, надо сваливать нафиг отсюда, потому что он направил на меня пушку и спасает свое жилье. Ну и ладно. Мы сейчас будем грабить другие дома. Так, Спайдермен нас там преследует? Не преследует вроде. Хорошо, давайте заберемся, наверное, вот в этот дом. Я предлагаю, он открыт? Он открыт? Нет, он закрыт. И там, походу, находится кто-то внутри. Поэтому надо действовать супер быстро, как-то быть максимально сконцентрированным.
сконцентрированными, чтобы нас никто не обнаружил. Итак, ребята, самое время сюда зайти. Быстренько грабим сейф. Быстренько воруем деньги пока... Да, все, ребята, мы успели. Пока нас не заблокировали. Все, отлично. Спасибо большое, было очень приятно. Все, нас заблокировали. Офигеть. Ребята, теперь мы... давай вставай. Теперь мы должны найти следующий дом, который ограбим. Ой, я тут чуть девчонку не заблокировала. Тут есть Спайдермен, ребята. Смотрите, Спайдермен вот там ходит сейчас. Он удалил дом. Давайте, наверное, проследуем вот в этот дом теперь. Вот здесь нас заблокировали, внимание. Вот там дом, ребята. Там есть кто-то. Там супер опасно. Мне кажется, то, что я просто не успею. Хорошо, нам, наверное, нужно... Смотрите, девчонка выходит. А Спайдермен тем временем ставит следующий дом. Так, ладно, мы не будем ничего сейчас предпринимать, потому что Спайдермен там наготове вообще. Смотрите, вот эта девчонка, у нее, блин, ребята, тут еще сейф в таком дурацком месте. Тут надо, блин, кучу всего проделать, чтобы этот вонючий сейф крыть. Поэтому нам вообще, тут вообще просто не вариант. Смотрите, девчонка убегает. Девчонка убегает, давай, убегай, убегай. Нам нужно ограбить ее сейф. Так, ребята, я просто выжидаю. Выжидаю по полной, чтобы ограбить ее сейф. Смотрите, она побежала в соседнюю. Так, пока здесь этот, быстренько забегаем вот сюда, на ее этаж. Ставим здесь ведро, включаем... Ребята, включаем воду. Ладно, включаем воду. Я не могу ничего сделать, не могу взять эту штуку. Все, ребята, убегаем нафиг оттуда, потому что это была супер опасная ситуация. Я ничего там не могла сделать, я не могла взять, я не могла грабить этот сейф. То есть, получается, этот дом, если он мне не принадлежит, то я просто не могу его ограбить. Если он закрыт, конечно. Но у нас есть какая-то твинкл, поэтому давайте мы, наверное, сейчас заберемся к этой твинкл. Я не знаю, мне кажется, что я уже грабил ее дом, но уверенности, как бы сами понимаете, никакой нет. Почему я не могу забраться, не понимаю. Еще раз ставим, вот так, наверное, повыше лучше поставить, вот так, забраться в этот спальный мешок. Все, забираемся и теперь проходим на второй этаж. Я уже грабил этот дом, но я не уверена, что это именно ее дом. Но давайте на всякий случай ограбим. Я тогда, когда грабила, не обратила внимания, чей это был дом. Я просто попала в первый встречный. Но сейчас я ограбила этот дом твинкл, поэтому все окей. Кэтнэп справился, ребята. Давайте сейчас поставим вот такой спальный мешок опять здесь и выберемся из этого дома. Я застряла, походу. Все, выбираемся из этого дома. Спасибо, до свидания. О, смотрите, ребята, а вот это уже супер интересненько. Это дом супергероя, который уезжает из этого дома, ребята. Это знак. Он уезжает на фиолетовой машине. Это точно знак, то, что Кэтнэп должен прямо сейчас прийти и справиться с заданием ограбления этого дома. Так, нам надо как-то встать, сюда засунуть спальный мешок, потому что он неудобно спавнится. Так, все, ребята, заспавнили. Так, супер. Ребята, смотрите, он въезжает. Быстренько, быстренько, ребята, надо быстро справляться. Я не знаю, могу ли я здесь нажать на лифт. Я вообще не знаю, это не мой дом. Да, могу. Отлично. Я не против, ребята, я не против. Так, нажимаем здесь. Дверь. Открывайся. Она не открывается, потому что дом не мой. Так, придется багаться. Ребята, придется 100 раз багнуться. Все. Я... Что? Я не... Серьезно? Я не могу забагаться сюда? Это какой-то прикол, походу. И реально, ребята, я... Что? Это что, шутка какая-то? Давайте еще раз попробуем. Давайте повыше поставим этот мешок вонючий. Может быть, здесь прокатит? Нет! Серьезно? Ребята, что за фигня? Мне не открывается дверь, я не могу поставить... Я не могу забагаться. Я не могу здесь пролезть вообще. А, блин, я была обнаружена, ребята. Я была обнаружена. Телепортируемся. Все, спасибо. Почему он меня хочет взять на руки? Это супер интересно. Можно выйти отсюда. Я хочу покинуть это здание. Где я? Где я? Давайте мы, наверное, вот сейчас вот сюда телепортируемся. Все, спасибо, до свидания. Было очень с вами весело, конечно. Но я, пожалуй, найду какое-то другое помещение. Но, ребята, в любом случае, мне кажется, я справилась. И из меня получился реально. Посмотрите, насколько крутой Кэтнэп. Напишите в комментариях, как вам вообще этот новый персонаж. Как я справилась с задачей быть Кэтнэпом. Мне кажется, у меня получилось на ура.